Всем привет-привет! Сегодня у нас снова видео про Пакистан. Остается много вопросов. Видео я делала ранее, но все-таки задается очень много вопросов про адрес. То, что адрес уже устарел, как найти адрес, где найти адрес, как все-таки вбивать и куда вбивать. Даже по видео люди не могут понять. Давайте мы еще раз сделаем данное видео, но тут уже более детально обсудим, как нам искать адрес для того, чтобы вбить его в Пакистан. Еще маленький совет. Ребята, не вбивайте адрес, который мы сейчас будем делать, так как вы вбиваете все один и тот же адрес, и получается, что по одному адресу живут очень много человек. И такой адрес блокируется Google, и вы не сможете купить пакеты. И посмотрим, для чего мы делаем Пакистан. На моем аккаунте уже сделан Пакистан, и мы видим то, что пакеты у меня все в ПКРах. 106 ПКР – это 43 рубля. Но это не всегда является 43 рубля. Это бывает и 40 рублей, и даже 46. Но все равно это существенно ниже, чем покупать в рублях. Все зависит от именно курса в данный день. Хотите купить дешевле, покупайте маленький пакет и смотрите, сколько у вас спишут. И только после этого покупайте дорогой пакет. Самый дешевый получался по 4000, который стоит около 8000 рублей. Сами считайте, выгодно это или нет. А теперь давайте приступим. Мы переходим вот по данной ссылочке. Ссылочка будет в описании к видео. Мы переходим на сайт pay.google.com. Ребят, вот тут вам надо выбрать ваш аккаунт, с которого вы покупаете. То есть, смотрите, так, секунду. Когда вы нажимаете «Купить в игре», так, и вы нажимаете на карточку, у вас высвечивается, какой именно аккаунт у вас на оплату. У меня вот аккаунт на оплату, и я должна в нем менять все данные. Также вы смотрите, какой аккаунт именно у вас на оплату. Мы возвращаемся в наш аккаунт. Так как у меня аккаунт уже настроен, я буду настраивать в другом аккаунте. Мы переходим в настройки. Опускаемся ниже. Тут у меня раньше была Турция. Первым делом страна-регион. Мы меняем. Нажимаем на карандашик и потом создать новый профиль. Тут мы должны нажать продолжить. И теперь здесь нам надо выбрать страну Пакистан. Так, ищем. Пакистан. Продолжить. Все, мы с вами выбрали. Имя вы можете поставить то, какое у вас есть. И теперь нам нужен адрес. Самое главное – это адрес. Где же и как нам его искать? Для этого мы переходим в наш браузер. Именно в Google. Должен быть Google поисковик. И пробиваем Пакистан. Нам надо обязательно нажать вот сюда, карты. Нажимаем карты. Нас переносит на Google карты в тот адрес, куда мы пробили, то есть Пакистан. И начинаем приближать. Выбираем любой адрес, например, Мултан. Точнее, любой город. И это делается только в Google картах. Потому что в Google картах показываются адреса и другие штучки типа гостиницы, супермаркеты и все такое. В Яндекс картах это не показывается. Мы приближаем и смотрим. Вот у нас тут есть супермаркет. Мы на него нажимаем. Маршрут. И смотрим. У нас тут появился адрес.
мы его весь копируем и вставляем в любой из ваших блокнотов. Все, мы с вами сделали. Теперь нам надо отсеять то, что нам не надо. У нас город Мултан, то есть до Мултана. Мы все удаляем. Ой, ком. Чуть-чуть удалила много. И теперь смотрим. Мы копируем Мултан. И переходим в наш адрес. И где город? Так. Где город? Ну, секунду. Вот город. Да что такое? Мы вставляем этот Мултан. После этого мы копируем Мухалла. Копировать. И вставляем в первую строчку. Также, например, вот это. Вставляем во вторую строчку. Копируем индекс. Так, ну, ставить. Все, мы с вами вставили. Правильно мы с вами написали адрес, неправильно. Сейчас мы с вами узнаем. Нажимаем «Отправить» и ждем. Все, наш профиль создан. Это очень легко и просто делается. Посмотреть профиль. Мы смотрим профиль и проверяем. У нас Пакистан. Все, все офигительно. Теперь мы нажимаем вот сюда. И смотрим на действие. У нас ничего нету. Так. Угу, это немножко изменили. Раньше у нас это было тут, наши платежные аккаунты. Теперь они здесь. Вот, смотрите. У нас вот такая штучка. Нажимаем на стрелочку. И все наши платежные аккаунты, которые у нас есть в данном аккаунте, они здесь. Нам их надо удалить, чтобы они нам не мешали. Пакистан, у нас все классно, все хорошо. Мы его не трогаем. Мы нажимаем сначала вот сюда. Нажали. У нас загрузилось. Проверяем настройки. Россия это или нет? Да, это Россия. Теперь нам надо опуститься вниз и сделать вот это. Так. Но, еще раз предупреждаю, ребят, точнее, вас еще не предупреждала, но сейчас предупрежду. Предупреждю, ну, вы поняли. Если данный аккаунт у вас связан с Google диском, с Яндекс диском, точнее, там куплены подписки, либо у вас какие-либо вообще подписки куплены на данном аккаунте, при удалении платежного профиля ваши подписки будут аннулированы. Поэтому старайтесь выбирать именно платежный аккаунт, выбирать платежный аккаунт на тот, который нигде у вас не связан ни с чем-либо, то есть пустой. Мы нажимаем «Закрыть платежный аккаунт», опускаемся ниже и выбираем, что он нам больше не нужен. И продолжить. Закрыть. Все, мы с вами закрыли. Теперь мы закрываем и снова переходим на эту же, вот, на эту же штучку. Мы с вами сделали до этого назад. И выбираем Турция. Если у вас только один платежный аккаунт, то вам будет проще удалить только один и больше не заморачиваться. И все, делаем то же самое. Он нам больше не нужен. Продолжить и закрыть. Все. На крестик, и мы возвращаемся к нашему аккаунту Пакистан. У нас теперь только один аккаунт. Нажимаем вот тут. Надеюсь, вы видели штучку, что он личный. Все. Теперь нам надо перезагрузить устройство
И в течение получаса, часа, бывает сразу у нас в игре появится валюта Пакистан. После этого нам надо выбрать способы оплаты. Мы нажимаем. У нас тут будет пусто, так как вы удалили все свои платежные аккаунты, получается, карточки, которые были привязаны, они тоже удалились. Вы добавляете свою карту. Если она у вас добавляется, давайте образно говоря, введем просто цифры, вот так, неверный номер карты, а вы ввели все правильно, но у вас все-таки горит красным, оставьте на сутки и попробуйте через сутки. Если вы только создали аккаунт, сделали его платежным, то после вот этих действий вам надо ждать 48 часов, чтобы служба безопасности проверила ваш аккаунт. После 48 часов вы покупаете пакет за 75 рублей и также оставляете аккаунт на 48 часов, ничего больше не тыкая и ничего не покупая. Только после истечения, получается, 96 часов, простите, вы можете пользоваться данным аккаунтом. Так, вроде все объяснила. Перезагрузка телефона обязательно. И не забывайте, что вы меняете Пакистан только на том аккаунте, с которого вы покупаете. И не надо использовать данный адрес. Ищите адрес, как я вам показала. Это легко, это реально легко. Поэтому, чтобы не было каких-либо проблем с тем, что вы не можете что-то купить, используйте новые свои адреса. И никому этот адрес не давайте. Это будет лучше. Каждый использует свой адрес. Так, вроде я все объяснила. Больше тут объяснять нечего. Закрыли, перезагрузили. Пользуемся. Если будет что-то непонятно, пишите в комментариях. Всем хорошей игры и всем пока-пока!